будет обслуживать эту встречу ассистента Алессандро Джелатини и Альберто Тегуни. И вообще, вот тема судейства команды на ваших экранах. Как я уже сказал, дисквалифицирован Анкулу. И его сегодня в стартовом составе нет. Ну и, конечно, все внимание. Во-первых, и Симона Верди, да, который находится здесь в аренде из Наполя. Ну и главному забивали, да, в Торино, это Андреа Белотти. Криштиану Роналду и Паул Дибала сегодня работал с командой, как я уже сказал, в последние вот моменты, наверное, решил Маурицио Сарри, принял решение. Угловым. Хозяев поля. Небольшой рикошет. И здесь спокойно играет Чен. Скамейки остается. Да, периодически Инсини. Льорента еще есть. Не, в общем, Тебанучи. Криштиану. Удар. И был Зели. 23-й Суали Хомейте. Удар. Первый удар. Поворотом Войцеха Ченсного. Голкипера Ювентуса. Ну и Набрино. 20 преследует Квадраду Базелли. Квадраду отдает под удар. И вот первая неприятная ситуация у ворот Сиригу. Это бил пятый номер. Миралем Пьянич. 14-й Блес Матюиди. 30-й Родриго Бентанкур. 33-й Федерико. И вот она, контратака Торино. Это Белотти набирает скорость. Выходит из ворот Чансны. Победу тоже там такой спорный пенальти был, да, в конце матча. А против Болоньи. И сейчас пока время. 70 побед у Ювентуса. 43 раза играли в ничью они. И бросает Ринкон. Момент. А тут уже вот как раз, возможно, и был фол. Матчу подходит вот как к игре жизни или смерти между этими командами. Подача в штрафную площадь. Это такая наигранная камняет у Бровке. И вновь играет назад. И нарушение правил. Верди фолит. А может быть, кстати, первая желтая карточка. Но пока устное предупреждение от Даниэля Довери. Символом Турина. Передача, заброс в штрафную. Голов в 10 матчах. Сиригу в игре. Непопадающего Турино. Вообще, конечно, такие две исторические команды. Но успехи Ювента, да, здесь ко всему, даже к названиям футбольных дерби, принято относиться со вкусом. Удар. И это тоже удар со вкусом был. Криштиану Роналду в падении красиво подсекал под перекладину головой. Опять на Криштиану Роналду. Смотрите, два аж футболиста Торино отскочили от Тони. Но если Ювентус так вот иногда чуть-чуть спотыкается, так скажем, то Торино вообще находится в центр. Криштиану под удар. А это удар низом, крайне неточный, наверное, другого. Гранатовых. Ренко на подборе. Удар. И здесь легкий довольно-таки удар для такого классного голкипера, как у Ювентусу. Пьянич мяч перехватил. И удар Криштиану. Верхний угол. Потом вернулся в Италию. Белотти. Удар. Не получается удар у Белотти. Лянку подходит идеально. Его, кстати, любимый игрок Серхио Рамос. А сейчас нарушение правил. Поспокойнее просит арбитр реагировать, да, на такие. Айна. Передача в штрафную. Щенсный, конечно, должен мяч забирать. Дал по тормозам Криштиану. Подождал партнера. И это уже Бентанкур упускает мяч. И Пьянич. Штрафной Криштиану. Уже удар. Дали пробить Криштиану. Много угловых сегодня. Подача Щенсны не стал ловить и выбивать. Возможно, перспективная. И мяч доходит до Криштиану Роналду. Такой же Деликт.
А вот это то, что умеет делать Делик. Ну, Верди, подача в штрафную, и уже готов был. Первая Дешилю в штрафную, уже Белотти под удар. Ну, как-то небрежно пробил сейчас Мейте. И вновь разыгрывают. И вот только теперь пошла подача. Щенсный дотягивается до мяча. Ну, а теперь уже точно фол был. Летит Квадрадо. Против него Ансальди. Хорош на собственные ворота. Это очень опасно. Удар. Криштиано. Справа Дибала. Дибала мяч получает. Дибала в штрафной. Удар Сиригу. Это уже так по-настоящему опасно. Еще одна. Заметался мяч по штрафной. Нарушение правил. И мяч теперь переходит хозяевам поля. Игрокам Торини. Да и Дженуа тоже неважно пока что играет. Хотя вот очень достойно команда смотрелась в предыдущем матче. Скидка. Это даже был такой удар по воротам. Но выше ворот там Бентанкур, да? Но зато было нарушение правил. И вот она, та самая дуэль. Армандо Итсо против Криштиану Роналду. Итак, Дибала, навес. Криштиану, удар, рикошет. И что творит Сиригу на ленточке? От Деликта мог мяч залететь в сетку ворот. Ну и звучит. Возвращаемся мы в Турин на стадио Олимпико Гранд. Совсем скоро начнется второй тайм. Торино против Ювентуса. Там открывается. Роналду открывается. Получает передачу. Вот Дибалы. Обошлось все на сей раз для Торино. И здесь нарушение правил. Да, фолит Бентанкур против Армандо Итса. У хозяев поля делать то, что просит его Сарри. Положение вне игры, то есть находить свободное пространство. И такая вот та страшная катастрофа. Белотти в падении через себя. Но по мячу не попадает капитан Матье Дешилье, появился в старте. Миралем Пьянич выздоровел. Следим за этим стандартом исполнения Ювенту. Не было нарушения правил. Белотти набирает скорость. Есть рядом партнер, поднимается на ноги Белотти, но здесь уже штрафный удар. Главный тренер команды Вальтер Мадзари, который пока делает передачу налево, на подачу Ансальди. Передача, может, поточнее будет. Даже атакой на атаку ответили хозяева поля. И вот он гол. И это Деликт. Это Деликт. Да, сейчас будет просмотр насчет, возможно, положения вне игры. Но похоже, что по правилам забивает Деликт. То, что не удалось ему сделать в первом тайме, где волшебник Сальваторе Сиригу сделал чудо и помешал мячу побывать в сетке ворот. Но вот сейчас первый гол Деликт забивает. Поздравляем голландца, поздравляем поклонников. Неточная передача, жесткий подкат от Ансальди, даже грубовато он сыграл, получит сейчас желтую карту. Мавия штрафную площадь, там никого нет. Удар, какой удар мощнейший Гонсало Игуаина, практически в девятку. И здесь опять хорош Сальватор.